по многочисленным просьбам просили показать мой палец, с которого я сам снимал швы. И вот, как видите, он отлично себя чувствует, видите, вот этот шовчик. Но обычный палец. Вот видите, только чуть-чуть вот тут. Вот. А не менее. Чуть-чуть. Ну, чувствуется, что что-то не так. Да, вот чувствуется вот тут какая-то вот. Но по сути это полноценный палец. Ну, обычно, ну, короче. Как будто и ничего не было. Но ситуация сама была, конечно, стрёмная. Вот. Стрёмная реально. Я думал, что оно вот кончик пальца отрежет. Ну, точнее, может, не приживет. И вообще, когда я ехал в больницу, мы в одну больницу приехали, сказали, что мы таким не занимаемся, типа, поехали в кистевой отдел, и там пришили. Пришили сквозь ноготь, пробили, зашили. Ну, не знаю,